представляю вашему вниманию этикетировочный модуль модели AE2. На данном этикетировочном модуле также расположен принтер, ну и дополнительно установлен ограничитель для удобства работы. Давайте, пожалуй, начнем. Как видите, вот дата. Ее можно, конечно же, менять вверх, вниз, влево, вправо. Этикеточка наклеена ровно. Также дата. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.